селе Михайловском прошел сход граждан. В нем приняли участие глава района, его заместители, специалисты различных служб. Встреча началась с отчетного доклада, исполняющей обязанности главы поселения Людмилы Сорокиной. В поселении проведена расчистка кюветов, грейдирование и отсыпка щебнем дорог. Заменили насосы на водонапорных башнях, устроили уличное освещение в хуторе Ананьевском. После отчета жители задали вопросы о благоустройстве поселения и качестве электроснабжения, состоянии общественного транспорта. Волнует людей реконструкция Крюковского водохранилища. Работы ведутся согласно графику, но люди просят ускорить процесс, так как боятся возможных подтоплений. Постоянно там мониторинг проводится с силами сотрудников и силами вашего актива. И в случае возникновения, не дай бог, чрезвычайной ситуации, подъема уровня воды, как было в прошлом году, они усилили здесь силы и средства, перебросили, и ситуация исправилась. На все вопросы жители получили пояснения. Часть озвученных проблем нуждается в дальнейшей проработке.